Теперь все новые ролики выходят раньше в моем сообществе ВК. Привет, ребята! И сегодня мы снимаем прозрачные гробы. Взгляните, как это выглядит. Да-да-да-да! Четыре участника, а бокса только три. А это значит, что трое из нас хорошенечко пропитаются противными ингредиентами. А четвертый ведущий и останется чистеньким. Кстати, ребята, вы писали в комментариях, что будет круто, если в гробах мы будем видеть друг друга. И вот, пожалуйста, мы это организовали. Ингредиенты спрятаны под цифрами. Участники по очереди будут называть цифры и получать свое наказание. Ну а ведущего мы определим при помощи вот этой игры. Бинго! Итак, разбираем цвета. Так, цвет должен быть приятный, хороший. Да подожди. Кто начинает? Мы выбираем по цветам. Это твой. Это твой. Let's go. Бросаем одновременно. Отходим подальше, отходим подальше. Я так не хочу пачкаться. Но я в прошлый раз был ведущим. Может, это традиция такая? Да нет, можно и поменяться уже. Мне кажется, это везение. Пожалуйста, ну пожалуйста. Раз, два, три. Ой, ой, выпал. Ой, выпал. Стоп, стоп. Стой. Переброс, возможно, у Влада. У Влада просто не участвовал в гонке. Мой выпал. Нет. Переброс. В смысле? Так, подождите. А шариком. Столкнулись бы шарики, и все бы было разрушено по-другому. Я считаю, надо что это бы не повлияло. Повлияло, 100%. Это как эффект бабочки. Нет. Давайте спросим независимых судей. A few moments later. В общем, независимые судьи проголосовали за то, что я сейчас должен бросить свой шарик. Не очень, типа говоря. Скорее всего, я тоже полезу в коробочку, так? И скажите стоп. Не стоп. Вот здесь. Тихо, все. Ура! Я сегодня буду чистая! Послушайте! Давно не были мы втроем в коробочках. Ну, вот так распорядился рандом. О, посмотрите, сиди! Как тебе? Сижу! Так, вот наш ведущий. Так, комнатка, ну вот такая небольшая. Сверху будет сыпаться прям на голову. Серега. Я пес! Слушайте, ну на самом деле из-за того, что боксы прозрачные, так действительно интереснее. Мы будем видеть, что происходит у ребят. Сможем это как-то комментировать. Все, ребят, я отдаю эту камеру большую. У нас есть тут GoPro-шки. Итак, ребята, посмотрите на них. Вот они слева направо. Так, ну что же, кто пойдет первый? Кто хочет пойти первый? Серега! Оттуда обычно идут. Так, ну Серега, ребята требуют тебя. Какой номер? Ура! Так, ну что, здесь есть сейвы, поэтому я возьму цифру 27. Цифра 27. Что там? Так, ребята, моральная поддержка. Моральная поддержка, она нам сейчас вообще нужна. На самом деле, Серега. Что там? Это сейф. Это сейф! Лови. Держись, ты молодец! Поздравляю, на самом деле это сейф, поэтому тебе очень повезло. А дальше у нас идет... Влад, номер. Ты что, ты орешь громко? Номер. Я по своей традиции 4, потому что, 4, вот это моя цифра, хочу четверочку. Хорошо, Владик. В школе хорошо учился? В школе хорошо учился, так, мел. В школе хорошо учился, она дала мне подсказку, что? Ладно, я отвернусь, я до последнего не буду видеть. О, это тяжело. Зацените. Так, ну Влад, готовься. Блин, мне его жалко, это жесткий ингредиент, особенно на самом начале, это просто... Давай, поехали. Ё-моё! Как там дышишь? А это закончится когда-нибудь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как ощущения? Слушай, ну выглядишь ты уже очень плохо. Сейчас, я пытаюсь привыкнуть к ингредиенту. Так, вроде бы мел осел, тут можно спокойно дышать. Так, это хорошо. Мне кажется, я похож на скульптуру, да? Слушайте, ну на самом деле, очень хорошо, что это не жидкий ингредиент. Потому что, ну, я бы не хотел сейчас уже в каких-то соплях, какой-то сладкой жижи сидеть. Мел, это супер, я доволен своим ингредиентом. Да, круто. Глент! Чё орёшь? Чё моё, испугал меня? Я выбираю номер 12. Зря. Что зря, ты даже не знаешь, какие это номера. Да, ребята, это опять грязный ролик. Снова! Мы уже с пацанами кучу раз обещали сами себе, что ну не будем это снимать, потому что ну...
но грязные ролики нравятся вам. А знаете, что нравится мне? Ребята, мне нравится, когда вы покупаете продукцию Лава Лава. И мы с ребятами ее обожаем. Вы только посмотрите, сколько у нас запасов. Ну и помните, когда вы покупаете продукцию Лава Лава, вы поддерживаете канала 4. Ну а мы снимаем для вас классные и грязные ролики. Ну а сейчас переходим к Лентику. Мне кажется, это что-то жесткое. Защита от простуды. Ну, Глен, проспойлерить? Нет. Уверен? Уверен. Хорошо. Блин, пытаюсь найти какую-то надпись. Что там? Ребята, знаете, когда в детстве вы болеете, у вас насморк, кашель, мама вешает вам вот такую вот штучку из киндер-сюрприза с запахом чеснока. Там яйцо и грушина от киндер-сюрприза. Я уверена, Гленту это очень сильно не понравится, а я буду очень-очень рада. Что там? Ничего. Что ты там? Ничего. Так я видел, что ты достала яйцо игрушечную в камеру показывала. Что это? Ознакомишься? Открой, что внутри. Боюсь, там какие-то дырки, я не хочу. Просто нюхай. Запах детства, да? Ё-моё, это чеснок! Ребята, это штука, и там внутри... Чеснок! О, нет! Это жестко воняет! Это чтобы ты не вонял! Кстати, ребята, вы же помните, что в любой момент можно выйти! Это невозможно! Но если ты вышел, то тебе придется выполнить супер наказание! А оно супер противное! Супер наказание заключается в том, что тебе надевают собачий такой вот воротник и заливают в него огуречный рассол с майонезом. И ты вот в этом всем находишься, как в банке 5-литровой. Вах, не хотелось бы. Ну а пока мы ждем, кто первый вылетит из этих гробов, мы подходим к Сереге. Здорово, номер. Давай мне цифру 25. Я почему-то думаю, что возле 27 где-то есть еще один сейф. Почему Сереге всегда достается все самое ужасное? Да, давай. О май гад! Нет! Нет, Серега! Это баланс, баланс. Ему в первом раунде очень повезло, а во втором уже не очень. Блин, пацаны что-то очень сильно нагнетают. Пахнет, конечно, знатно, ребята, зацените. Это ужасно, это все будет литься по его телу. Смотрите, мясо, тут еще есть макарошки, укроп. Почему мне? Я хотел посмотреть, как польется все на Глента, на Влада, но не на меня. Ну, у тебя вот поддержка есть. Советую тебе закрыть нос. Тихо. Не открывай рот. А, потекло! Ё-моё! Серега, это еще даже не половина! Серега, терпи! Оно холодное! Серега, лови! Это просто ад! Это очень противно! Как ощущения? Ой, ребята! Я не хочу теперь в это играть. Знаете, что мне очень нравится? То, что у Сереги коробка теперь такая вся в подливе. Это ужасно. Это хуже, чем просто гробы, потому что все, лицо и голова в этой каше. Ууу, это было смачно. Владик? Я не хочу. Номер? Я не хочу. Номер? Я не хочу. Номер! Я хочу довериться своей интуиции, чтобы мне повезло. Я очень рассчитываю на свою удачу. И вот мне показалось, что число 21... Это то, что мне сейчас нужно. Ну, ваше желание закон, смотрим. А, ну, кстати, нормально. Нормально, она сказала нормально. Мне кажется, ничего такого. Слайм какой-то, что? Выглядит это не противно, поэтому тебе повезло. А что ты показываешь ему? Я увидел. Ты увидел? Да. Он увидел. Сюрприза не получилось. Держимся. Можно даже... Захлебнул, конкретно там был моментик. По вкусу есть? Вкусно, да, я попытался выпить, мне все в горло залетело. Вот, ребята, смотрите, я даже словил чуть-чуть. Там много сахара, будешь липким, просто капец. Да, нормально, слушайте, пока что мне нравится. Так, Риви. Come to me. I want. Извини, сори, не понимаю ваш акцент, но? Туту. Туту? Туту, please. Ладно, туту, 22. Смотрим. 22. Ну, блин, два гуся плывут, 22, две двоечки. Ну, что-то должно быть хорошее, не? Что ты такое лицо делаешь? Я так рада. Покаж. Ну, смотря в каком она виде. Я уверена, что это будет в хорошем виде. Что это такое? Не, пожалуйста, ну не надо. Свекла маринованная. Чисто мама приготовила.
приготовила свекольник. Посмотрите. Самое ужасное, что это, скорее всего, от него не отмоется. Сейчас тебе прибавится немножко цвета, и, скорее всего, ты не отмоешься от этого. Давай, сделай это. Но зато это очень освежает. Глазки закрой! Ты готов? Да! Раз, два, три. Ой, он дрожит. Ой, это свекла, я по вкусу понял. Ты не переживай, не переживай, зато это все натурально. Красота. Слушайте, мне очень нравятся прозрачные гробы, так что, ребята, собираем много лайков под этим роликом и повторим. О, вот это мне нравится ролик, круто, я давно это хотел. Серега, как ты? Я чисто любуюсь Глентом, он чисто реально переборщил, пацан. Я не могу открыть глаза, прикиньте. Серега, давай, выбирай, я ты сейчас сама выберу. Ой, цифра. Возьму 26, она стоит такая одинешенькая. Как всегда на Сереге, вот чисто ты выбираешь просто твои номера. Так, он смотри. Ну, запашок, конечно, будет у Сереги. Противно. Такая цветочек противно. Ну, я скажу так, это не тяжело, это очень легко, это очень похоже на сейф, но... Хоть бы вода. Это не сейф. Хоть бы вода. Погоди, я приготовлюсь. Лови. Давай. Лови, ручки. Давай. Не хочешь узнать, что это? Что это? Подумай. Я не понимаю. Это деликатес. Что за погода сегодня? Я не пойму. Смотри, я думаю, твоя собачка любит такое кушать. Я не пойму, все равно не понимаю. Это лакомство для собак. Это хоть воняет? Вообще не воняет. Тут воняет рагу. Ну ладно, можно считать, подзасейвился. О, это сейв. Поэтому, Влад, попробуй его найти. Так, я выбираю цифру 5. Я люблю цифру 5, она классная. Зовите меня Танос, потому что я, когда помоюсь, буду весь фиолетовый из-за свеклы. Что? Но, наверное, это что-то супер странное. Ну что, ты готов? Нет, это жидко? Нет, но это очень ужасно. Давай. Это живое? Закрой глаза. О! Открывай, открывай. Это сейф! Сейвы проходят мимо меня! Это бред, так видео! Ну что, это, ребята, небольшой сейф, посмотрите, сумасшедший! Запах, знаете какой? Дома у мамы есть такая полка, где лежат все специи. Вот ее открываешь, вот так вот, можете сходить на кухню, вот так вот открываешь, нюхаешь, и вот у меня сейчас такой запах. Я выбираю цифру 9. Я так рада, что это выпало Гленту. Не так ужасно. Риви так радуется, как будто там понос верблюда. О, знаешь что, Глентик? Это будет долго и мучительно. Это так, это антистресс просто. Ладно, ладно, пожалею тебя. Немножко быстрее. Блин! Это просто ужас! Что это такое? Как это воняет? Так, ну что? 8. Окей. Цифра 8. Квашеная капуста. Мне кажется, для него это будет не жестко и практически сейф. Так, ну, Серег, это что-то вкусненькое. Ой, давай. О, да. Немножко прохладно. Как холодно. Что это, блин, такое? Это квашеная капуста. Ой, обожаю квашеную капусту, но не сейчас. Я, кстати, придумал, что я буду выбирать. Это циферка 10. Что? Ну, короче, вот такая картина у нас. Картина малина. Выглядит очень красиво. Посмотрим на реакцию. Влад, хочешь знакомиться? Да давай уже, закидывай. О, чернозем! Ну, засыпали землей, но держимся, живем. Да иди уже за цифрой 20. Какая цифра? 20. Какая? Ты глухая или как? У меня крыша поехала. А знаете, из-за кого это? Из-за Риви. Ну, голодный? Нет.
покушаешь консервные сливы. Компотик подъехал, ребята, посмотрите, какой он. О! Нет, не хочу, я надо. Не хочу. Ну надо, давай ручки. Давай. Что это? Что это? Я буду весь в этом, ну ё-моё, вы посмотрите, это слива. Это слива. О май гад, душ, о-е, сливовый крем, это то, что мне нужно. Увлажняет голову и очищает мысли, сливовый крем. Мне кажется, тебе не хватает чего-нибудь жиденького тоже, Серег. Ага. Какой-нибудь компотик, супчик, давай номер. Давайте-ка я возьму цифру 19. Окей. Я была права, тебе это нужно было. Школьный напиток, нет. Короче, Серега собрал все ингредиенты с остановки. Вот такой вот школьный напиток. Пахнет, кстати, очень вкусно, поэтому хотя бы с этим ему повезло. Но вот посмотрим его реакцию. А, какой-то ныр напиток. Don't leave me, don't leave me. Зато пахнет вкусно. Шоколадная фабрика. Ребята, это круче американских горок и круче аквапарков. Первый раз в гробах можно повернуться и просто самому выбрать число. О, циферка 7. Это муравейник. Как муравейник? А мне страшно. Найду в пучине, если часом затону. Я скажу с ума. У нас какой-то дурдом, не самый настоящий. Вставай, обезьяна! Короче, ребята, это торт муравейник. В принципе, ничего такого, но посмотрите, это муравейник. Сейчас мы их аккуратно высыпем. Вот смотрите, там даже есть здоровенная. Посмотрите, какая огромная. Какой огромный, я боюсь. Ребята, я боюсь. Сейчас, смотрите, они расползаются по всему тортику. Ну что, поехали. Это что-то сладенькое, вкусненькое. Но, так сказать, с вишенкой на тортике. Одна большая вишенка? Ну, там есть большая и есть такие маленькие вишенки тоже. Ты готов? Какие-то камни. Ну, познакомься, ладно. Да ты познакомься. Я хочу, чтобы лето не кончалось. Это торт муравейник. Да, ну а с чем он может быть таким, что очень похоже на это слово, но он живое? Я вижу. Влад, они сейчас заползут тебе в трусы. Не надо. И там есть большая матка. Не надо. Поэтому аккуратней. Где? Я видел двух муравьев. Они пол... Ты давай там охоться на них. О, на затылке. Ладно, это я пошутил. О, нет, ребята. Тихо, стой. Так, не двигай, аккуратно. Стряхни сзади. Посильнее. Стряхни сзади, скорее, сейчас уплотнись. Куда? Все. Ты, кстати, это, ты увидел две, но их там 100. Поэтому удачи. Ну все, охота объявлена. 11. Чисто для Глента. Не надо! Ребята, хреновина. Чисто для Глента. О, ребята, я что вижу? Муравей взял камешек, мел и несет его куда-то. Прикольно. Ладно, готов? Да. Раз, два, три. Короче, случилось небольшое недоразумение, и мы немножко его промыли, и вот, надеюсь, ему стало немножко получше. Я сейчас нахожусь в рае для деда. Вот он любит, когда вот так вот прям горчица, супчик, борщ, курочка. Это чисто дедовский рай. О, да. А теперь, ребята, вас ждет небольшой бонус. Вы видите, вы тут немножечко запачкали свои коробочки, да? Немножко у вас некрасивая картинка. Зрителям вас не видно, ваши личики красивые, испачканные. Поэтому бонус! Ура! Вы можете почистить свои коробочки. О, давай. Давай. Опа-на, вот это секунду. Да. Вау, посмотрите, ребята, это же стеклоочиститель. Ну-ка проверим, как это работает. Работает, ребята!
Это так залипательно, как будто бы вот в ТикТоке попадаются такие видосы, когда там ковер чистят. Че, помогает? Помогает. Подавай. Держи аккуратненько. О, ща помоемся, погнали. Так, ну вы чистите свои коробочки, Серега. Какой номер ты выбираешь? Номер я выберу. Давай единичку. Массажное масло. Очень-очень жестко. Особенно если после этого масла вам попадется что-ли супер сухое, он будет вот так сидеть во всем этом. Я не хочу, чтобы у меня все опять запачкалось. Серег, хочешь посмотреть? Я уже вижу прозрачное что-то. Есть догадки? Вода? Масло? Куда ведет дорога? Погодите. Сереженька, удачи. Это массажное масло. Готов? Нет, не готов, погоди. Я хочу посмотреть на счастливые лица ребят. Делай окошко, тебя не видно. Так, здравствуйте. Все, хватит. Смотри, что у него. О, май гад. Кайфуйте. Жизнь одна. Закрывай глаза, уши. Теперь Серега влезет в любую дверь. Ну ты сияешь. Размазывай. Ты там это, массажируйся, отдыхай, релаксируй. Ребята, я себя чувствую мылом, которое в руках такое скользит, выскальзывает. Я себя так глажу, я реально как мыло. Пацаны, я хочу сдаться. Здесь жестко воняет. Это просто самый жесткий. Ты готов к наказанию? Я готов выплыть. Это просто нереально здесь находиться. Здесь просто все сделано для того, чтобы меня отсюда вытащить. Все, кто в меня верил, сори. Бля, шо, посмотрите, сопли текут. Насколько здесь такой ядреный запах. Я лучше выполню наказание, реально. О май гад, я ухожу. Но я не сильно радуюсь, потому что теперь нам с Серегой все, что осталось, нужно будет на себя вылить. Глент, сдался! Праздник, танцуем! Так, ребята, минус Глент, а значит больше заданий для вас. Номер. Второй! Это что? Это такое существует? Ты готов дотерпеть до конца? Да. Честно, я не знаю, что это такое. Это какая-то настойка из кефира. Выглядит, конечно, ужасно. Ну, конечно, ты зря сейчас чистишь себе всю свою коробочку, потому что тут кое-что очень супер жидкое. О, да, let's go. Это называется молочный гриб. Что такое гриб, я знаю, что такое молочный. Попробуй, на, познакомься. Стой. Это выглядит плохо. Еще это очень прохладная жидкость. Готов? Да. Весь бок стал белый. Освежает. О, красивая комната стала. Белый цвет добавляет объем. Как будто квадрат больше стал. Так, давай, Серега, может, ты хочешь выловить сейф? Серега, давай, сделаем это быстро. Какой номер ты выбираешь? Давай троечку сюда. Идеально. Это рыбный суп. И он, кстати, ледяной. Мне Серегу, честно говоря, жалко. Ну, ты в своем стиле, как всегда, выбираешь. Погоди. Это что-то связанное с твоей тематикой на сегодня. Еда какая-то опять? Да. Это поза принятия. Я готов принять все, что будет сыпаться на меня сверху. Ты давай. Не хочешь попробовать отгадать, что это? Да-да, попробуй, обязательно. Сначала вот жидкость, а теперь жижа полилась. Как по запаху? Какая-то отрыжка жесткая. Уха. Ой-ой-ой. Я бы не выдержал, я бы уху не выдержал. Воняет рыбой. Фу. Есть плюс в этом масле, оно покрыло меня полностью и была как защитная оболочка. С меня все очень быстро стекло из-за того, что на мне было масло. Извините, что прерываю, можно? Вы готовы? 15, давай. Мне кажется, что это сейф. Сейчас это, конечно, все прилипнет знатно к Владу, но это довольно прикольный ингредиент. Влад? Да? Но я только помыл дом. Тебе честно сказать, что это? Да. Но это сейф. Я и не верю. Вот, держи. О-о-о, пронесло. Ребята, сейф! Блин! Главное, что у меня еще один нежидкий ингредиент. Это меня радует. Осталось совсем чуть-чуть, посмотрите. Давай цифру 6, потому что она опять с краю стоит, такая бедненькая. Как сказать?
Ну нормально. Я уже не надеюсь, что что-то повезет, не что будет как-то более-менее неплохо. Сразу первое слово прочитал, испугался, а потом второе прочитал и такое нормально. Это как будто сейф, но с другой стороны это лук. Как бы лук воняет постоянно. 50-50. Приготовился? А что если я закрою так? Давай, давай. Держи, держи, держи. Я скажу когда. Я сейчас открываю. Ура! Ого! Чудо! Это сейф! Это сейф! Повезло, повезло! А тебе сейчас не повезет. Давай 18. Таранка! Значит, куча сухой рыбы. Это будет, конечно, понять знатно. Я тебе скажу сразу, ты спрячь голову на всякий случай. Ну зачем? Твердая? Ну есть немножко. Я могу домик сделать. На, держи друзей. Ой, Владос! Караси! Ай-я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 й. Куча карасей на лапе. Воняют, реально воняют. Ну а мы снова к вам, здравствуйте. Ладно, ребят, я сказал в прошлом раунде, что мне уже не везет, но вот теперь точно мне не повезет. Теперь точно не повезет. Давай цифра 23, это вообще красивое число. Вареный кальмар, в принципе, очень похож с тем, что было только что у вас. Поэтому вонять будет снова знатно. Вы когда-нибудь видели вареный кальмар? Смотрите, как противно. Это очень жестко. У меня воняет жестко. Ну, я тебе скажу так, у тебя пока получше, чем будет у Сереги. Серег, попробуй угадать вообще, что это такое. Это кальмара, кольца кальмара. Да, а теперь будет миллион. Вообще не чувствуется. Я буду просто мыть стекла, потому что меня это успокаивает. Ой, салют. Я не такой вид хотел. 16. Каска. Все, нормально, я привык к рыбам. В следующем раунде по две цифры возьмем. Серега затейник, придумал игру. Сразу две цифры по очереди. Шлеп-шлеп. Можно. Фу, реально по запаху рыба просто отвратительно. Что, каска? Как ты увидел? У нас прозрачный бокс, Риви. Ладно, лови. Каска? Реально? Тебе это очень поможет, потому что осталось совсем немного, и я уверена, что там все жесткое. А мы с Серегой придумали игру. Выберем по два сразу ингредиента. Давай, Серега. Так, ну блин, ну Влада читерский, конечно, ход. Каска, блин. Давай, Серега, выбрал два номера. Бери два любых. Ладно, давайте 13 и 14. У Сереги сегодня все связано с едой. Посмотрите, овсянка на молоке и панировочные сухари. Что вы там не выпадет, я это выстою. Придавила! Влада к потолок упал. Тебя каска спасла. Так, Серега, ну готов? Да, что там, можешь подказывать. У тебя сегодня просто день в школьной столовке. Завтрак подъехал. Узнаем, что будет у Влада. А, вот так вот, со спойлерами? Сейф и сейф, пожалуйста. Протеиновый коктейль и маринованный имбирь. Все жидкое, да? Все вкусненькое. Сейчас приду. Ничего, живем. У тебя побольше красок, да, покрасивше. А, так я в шлеме. А, мы постараемся как-нибудь там. Хотите, я ж не сниму шляпу, реально. Ну что, полный Джинго Беллс был. Вот тебе такой приятный массаж. А, пустыня у Сереги. Вот тебе такой прекрасный завтрак. Что, это мой последний день. Тепленькая. Каша, это такая рыганина. Сейчас вас ждет просто фонтан шоколадный. Но, ребята, самое сладкое еще впереди. Это супер наказание для Глен. А мы с Серегой, мы же злые. Мы же сидим до конца. Все ингредиенты разделили на двоих. Я обещал подписчикам за то, что они лайк поставят под это видео, то шляпу сниму. Офигеть, ты уверен? Да, мне этот шлем не нужен. Я даже еще больше наберу сюда. Ну, смотри. А можно так свысока, чтобы прям разлетелось жестко? Раз, два, три. Вау! Да, понимаю, выглядит плохо, но пахнет вкусно. Влад, закрой глаза, хорошо? Давай! Ау! Ну что, ребята, я от имбиря такого не ожидал, меня жестко залило. Я думал, это сухая какая-то штучка. Но последние два ингредиента мне даже как-то понравились. Я уже начал получать удовольствие от этих ингредиентов. Ну а удовольствие я сейчас испытаю, когда вылезу. И когда буду готовить супер наказание для Глен. Ну что, ребят, поздравляю, вы прошли все ингредиенты. Ура!
И сейчас мы вылезаем и идем к Гленту. Ребята, мы освежились, мы приняли душ, подсобрались, мы чувствуем себя отлично. Не то, что Глен сейчас. Вот посмотрите на это лицо. Зацените. Я счастлив. Сейчас мы немножечко подклеим, чтобы ничего не потерять, чтобы все, грубо говоря, оставалось у нас inside. Наверное, спросите, а почему я сдался? В этот раз не получилось пройти гробы на максимум. Ну, ты чуть-чуть забыл просто про супернаказание. Да. Супер, боец готов. Так, мы говорили о том, что супернаказание – это огуречный рассол с майонезом. Он уже замешан. Просто посмотрите, это отвратительно пахнущий микс. Вроде бы вышел чистенький, а сейчас опять. Два раза в душ идти. Да, сходим, ребята. Ничего страшного. Не случилось. Ну, по моим прогнозам, где-то вот до сюда должно залиться. Нет, нет. Тебя полностью сольет. Блин. Уже птичка что-то там начирикала. Как воняет. Ой-ой-ой-ой-ой. Держимся, держимся. Это всего лишь капелька. Так, ребята, у нас протечка. Конструкция не идеальная. Если бы было чем тошнить, меня бы тошнило реально. Как воняет. Так, еще чуть-чуть. Let's go. Отрикошетило! Всего льется, все равно. Брак. О, да. Полный бак, пожалуйста, заливайте. О, ну, я заливаю. Вот держись, сейчас вытечет, держись, сейчас вытечет. Глен, держись, пожалуйста. Вот это да, вот это песня. Это лютое наказание. Ой-ой-ой, а по спине потекло-то как? Это наказание. А ты попробуй пройтись. Тебя как будто стошнило прям в этой штуке. Бобер! Бобер! Вот это реально одно слово у меня в голове крутилось. Я не знаю, почему у меня слово крутилось. Бобер. На польском. Считаю, это достойное супернаказание. Боже, меня выпустите. Противно. Люто. Ну что, ребята, спасибо, что досмотрели этот ролик. Надеюсь, он вам понравился. Он был отвратительный. Стоп, еще кое-что. Ищите вот эти коробки в магазинах. Спасибо, Глент, спасибо, Глент. Ребята, ставим лайк под это видео. Чем больше лайков, тем больше шанс выхода второй части. No. Здесь должно быть очень много лайков. Ну что, с вами был я, меня зовут Влада 4. Глент. Серега! Риви. Всем пока!